Строительство надземного пешеходного перехода возле торгового центра «Премьер» началось еще осенью прошлого года. Для удобства горожан, как отметили строители на торжественной церемонии открытия, переход оборудован эскалаторами, а в перспективе запланирована установка современных лифтов для маломобильных групп населения. В зимнее же время вестибюль первого этажа перехода будет отапливаться для удобства людей, ожидающих транспорт. Заместитель председателя правительства Рязанской области Шаукат Ахметов отметил, что открытие перехода – это серьезный шаг в развитии транспортной системы Рязани. Он уточнил, что надземный переход длиной 50 метров и высотой 6 метров над проезжей частью построен за счет инвесторов. Стоимость строительства составила более 58 миллионов рублей. Объявлен аукцион на право строительства этого моста. Опять-таки с инвесторами у нас есть договоренность о том, что город строит фундаменты моста, а инвестор строит пролетное строение металлическое. Должен получиться красивый мост у нас арочного типа. Кстати, в планах есть еще проекты на условиях частно-государственного партнерства. В том числе сейчас обсуждаются вопросы реконструкции нескольких мостов, в частности, пешеходного через реку Павловка.